Ей-ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусанёк, ОЛТВ, Гуздума, пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Наконец-то на моем канале выйдет ролик по VR-у «Аниматроники пугают охранника». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать! Вот это он гигантский! Просто здоровяк! И знаете, что мне нравится? У нас энергии еще очень много, поэтому можем двери пока держать закрытыми. Так, закрывай! Нет! Нет! Это что, он пришел, просто напугал нас? Слышишь, ой, аниматроник? Окси стоит. Ого, у него зубы острые. Так, пацаны, я сейчас пойду в уборную. Надо немножко прибраться нам здесь. Давай. Там вроде твоя любимая швабра стоит. А, я помню. Сейчас мы ее пойдем возьмем. А, тихо! Заходи. Стоп! Стоп! Вот, веник. Где он? Я не знаю. Слышу. А, это кекс. Ну, уходи, уходи, я буду сейчас его шваброй бить. Слышь ты, иди сюда. Ах ты, блин. Я еще, ребята, швабрами не бил аниматроников. На тебе, негодяй. Ты уже тут. Так, пацаны, осторожно. Этот псих тут ходит. Отвали, отвали от меня. Ой, блин, он кусается. Не-не-не-не-не. Пожалуйста, пожалуйста. А, блин, за ноги кусает. Вот блин! Да слышь, ты дурачок что ли? Так, так, так. Тут можно открыть? Вот, отлично. Заходите сюда. Сюда быстрее. Да, 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 давай, закрывай двери. Быстрее. Слышите, он там? О, что за звуки? Шкафы можно открыть? Ой, не открываются. Эй! Блин! Да ну тебе нафиг! Я буду держать. Мать! Как он? Блин! Какие-то аниматроники неадекватные сегодня. Так, пацаны, подходите сюда. Сегодня же день зарплаты, вы помните? Так, это тебе за то, что ты очень хорошо работал. Держи. А, блин, он опять здесь! Ох ты, блин, да? Эй-эй-эй, отвали! Там прям видно, человек внутри сидит. Вы его под срачником бьете. А, блин, да ну отвали! Тихо-тихо, осторожно, осторожно, пацаны. Это неадекватный аниматроник. Так, у нас, блин, здесь там есть чипсики, конфетки какие-то разные есть. О, там что ты хочешь есть? Бон-бон хочу, шоколадные яйца. Блин, было бы классно, если бы в холодильник поднять. Вот это было бы очень, да, круто. О, привет! Вынеси его. Дай его потрогаю. Ты мои маленькие, глазки какие у тебя. А носик похож... Как у пингвина какого-то. Или у Буратино. Да не, да, у пингвина. Слышь ты, Буратино! Опа, а что у него с глазами? Ты устал? Да. Я хочу посмотреть, что у него там внутри. Ребята, если вы хотите, чтобы мы записывали много роликов в VR, прямо сейчас поставьте плюсик или напишите в комментариях, мы хотим. И залетайте в наш Discord и не забываем подписываться, так как сейчас каждый день или через день будут выходить ролики с VR. Блин, я так устал, аж пить захотел. Ой, компьютер можно забрать? Мы что, можем в КС-ку поиграть? Да. Ну там. А, короче... расписание наших работ. Гусанёк, завтра ты на смену выходишь. Блин. Не хотелось, да? Да. И ты будешь один работать, понимаешь? Будет очень стрёмно. А вы что, отдыхать будете? Да. Да. На водички попей. На водички попей. Да что ты опять пришел? Какие-то неадекватные аниматроники сегодня, так? Он убежал. Фу, тут кто-то нарыгал. Кто это сделал? Гусанёк. Кто нассал опять мимо туалета? Да я ну не кто знаю. Это убирать все будет? Аниматроники. Здесь нарыгано? Нет, здесь нормально. Зато здесь... туалетной бумаги, видишь сколько? Нифига. Да ладно, ну хоть бы постеснялся идти там в туалет свой, вонючий. Так, туалетную бумагу, я думаю, можно взять. Аниматроник здесь. Да? Надо прятаться. Да. Закрывай. Блин, а это стрёмно. Вова, види... Ты что там делаешь? Эй, ну на голове, ну новая голова. Сзади. А! Ты неадекватный, что ли? Отвали от меня. Убери это самое свое. Если честно, даже боюсь открывать. Так, выходим. Там кто-то пробежал, я видел. Все, пошлите в офис. А дверь убивает? Давай проверим. Ай, блин! Ну это эксперимент, видите? Дверь сегодня у нас очень стрёмная. Олден Фредди.
Слышь, что тебе надо у меня дома? Вот это он гигантский. Я в реальной жизни бы не хотел такого встретить. Это очень стрёмный. Вот это глазище у тебя, дружище. Так, идет. Ой, блин, я хотел его задамажить. Не знаю. А, блин, пацаны, да я не хотел. Выходите, быстрее, бегите. А, быстрее. Шкеримся, я вот сюда забегу. Так. Все, я запрятался. Тихо. Пусти меня. Это ты, блин, да я дверь держу руками. Вот, я смогу держать. В VR можно вот так руки придерживать, и все, и дверь не откроет. Это он? Оно, посмотри в щелочку, это он, да, я тебя посмотрю? Это он. Эй, что ты хочешь от меня? Отвали! Отвлеки его чем-нибудь, мы выбежим и побежим в офис. Газума, а ты смотри, ну что ты хочешь? Есть, он его отвлек. Нет, а, дверь открывается! Тихо. А, блин, дверь! Я не могу ее удержать, он очень ее давит сильно. Я сдержу. А ну. Вот, сюда давай. Побежали. Быстрее. Закрывай. Так, я здесь держу. Ого, что с дверями? Я ногами держу, так. Тут а, блин, улица, ого, его колбасит, а отвали ты от нас. Тут улица, пойдем сюда. Есть, я его слышу, он за дверью до сих пор стоит. Эй, а ну-ка. А ну слышь, гусанек, надо как-то отсюда выбираться. Там дверь открывается? Вот, это улица. Здесь улица. Так, ого, ж пыль идет. Я на счет три... Иду, и ты закрываешь за мной дверь, хорошо? Давай. Так. Закрывай. Быстрей. А, блин. Employers only. О, что здесь? Я эту вообще комнату не помню. Это типа склад. А, это склад. А что здесь написано? Фредди Фазбер Пиза. Это получается вывеска старая. Тихо. Не шевелись. Он реагирует на движение. Он даже звуки не издает. Я не шевелюсь, даже рука на месте стоит. Эй, ты беги, ты что ты делаешь? Ты ему посрачника дал? Он меня убил. Молодец. Так, тихонечко. Что с пиццами? Деревянные пиццы. Он забирает ее. Пацаны, у нас на кухне есть что-то покушать? Вроде были пиццы тоже деревянные. Нет, настоящая тут пицца есть. Идем. Так, давай, и закрываем дверь на кухню. Отлично, все, держи дверь. О, я хочу покушать. Вкусная пицца, мне нравится. Конечно, пепперони. Подсохла. Надо было ее нагреть, конечно, а микроволновки нет тут нигде? Нет. А, ну вот печка, но все равно. Такс. А, ты уже тоже положил туда? Все, давай греем ее, включаем печку. Отлично. А мы ее правильно греем? Ее просто на плитку ложат? Или надо было какой-то поднос подставить? Интересно, я могу эту штуку взять? Он ломится. Держи дверь, держи! Держу. А, я шкаф могу поднять, вот это я сильный мужик. О. Так, что у нас еще тут есть? О! Он убил его! Так, тихонько, я сяду на корточки. Может, меня не увидят? Очень страшно. Гусанёк, он идет. Он идет. Пожалуйста. Нет. Не надо. Пожалуйста. Не надо. Тихо. Так, надо как-то отсюда выбираться. А, он нашу пиццу смотрит. Ест. Ты что там делаешь? Дверь ломаешь нам? Да. Успокойся, псих. Что он делает? Он мне коробку дает. Спасибо тебе. Здесь даже описание написано. Тут написано, что охраннику гусеньку нельзя есть. В смысле? А, это какая-то порошок, конечно, нельзя есть, потому что написано 20 стирок. Это было бы очень смешно, если бы ты порошка наелся. О, тут посылка пришла. Тихо, дальше сидим. Пожалуйста, не надо. Он что-то с головой делает своей. Вот это у него внутри воняет от него. Что у него внутри? Кишки какие-то.
Короче, я посмотрел по времени, у нас час остался до окончания нашей смены, и мы уедем отсюда на моей машине. Я хочу с этой пиццерии свалить, она очень стрёмная. Я буду сейчас веником бить. Грязным веником по морде аниматроника буду бить. А, шкатулка, она здесь была? Нет. Нет. Я не помню ее. Эй, выходи! Слышишь, как я бью? Да. Слышь, выходи! Я тебя буду грязным веником по морде бить. Ой. Ой. Оу. Выходит. Слышь ты! Тихо, стоять. Стоять, стоять. На, понюхай веник. Нормально пахнет? Пацаны, что-то я ее стремаюсь. Так, тихонечко отходим. Я буду держать, хотел сказать, на вытянутую руку, на вытянутый веник. Так. Ну, отвали давай ты сюда. От нас. Я закрою дверь. Сюда иди. Да, давай, 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 давай. Отлично. Ну, Госдума убила. Где твоя машина стоит? Подгоняй ее к входу. Мы резко забегаем и начинаем все ехать. Хорошо, хорошо. Так, а ты пока закрывай двери. Отлично. Все, ждем. Когда Гусунек скажет, мы придем сразу. А, идет. Вот он. Ого, он страшный. Смотрите, у него прям глаза выдертые. Гусунек, где твоя машина? Уже смена кончилась. По времени мы уже должны уезжать. Все, пусть следующие охранники приезжают и охраняют ее. Я манал. Я боюсь эту пиццерию очень сильно. Все, бежим. А, тихо. Он... А, она не дает нам выйти. Давайте обойдем. Вот, вот здесь. А, пошли, быстрее, 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 быстрее. Так. Ну нафиг, я ее боюсь. Я закрою дверь на ключ, давайте. Закрыл? Сейчас. И на ключ. Все, закрыл. Отлично. А, блин. Поражает машина. А где твоя машина стоит? Она где-то вон там стоит. Ну, за ней как раз-таки. Так, ребятушки, обходим. А, я вижу. Я вижу твою тачку. На улице дождь идет, холодно. Так, пацаны. Уже а, на счет три, бежим в машину, быстрей. Бежим. Бежим. А, блин. Стрёмно. Так. Я за рулем. Садитесь, ладно, садитесь. Поехал. Давай. А, газуй. Ай, блин, да, блин, права купил, а ездить не купил. Да, блин, стой, все, поехали, быстрей. Да, блин, ну Гусанёв, выезжай. Она сзади, он сзади бежит. Все, мы оторвались.